Касым-Жомарт Токаев провел экстренное совещание в Ак-Орде и поручил создать межведомственную комиссию для устранения последствий ЧП. Возглавил ее заместитель премьер-министра страны Роман Скляр. Президент подчеркнул, чиновникам необходимо срочно оказать помощь семьям погибших, а также пострадавшим в результате взрывов. Расследовать все обстоятельства дела и искать виновных вместе с МВД будут и сотрудники Генпрокуратуры. Кроме того, властям необходимо наладить информационную работу с населением, чтобы не допустить распространения фейков, отметил Токаев. Глава государства заявил, за 2 года после взрыва в Парысе чиновники так и не смогли решить вопрос с хранением боеприпасов. Естественно, потребуются ресурсы. Сообщил через твит, что... Ну, понятно, что в сфере хранения боеприпасов существуют проблемы. И после событий в Арысе, по моему поручению, их начали последовательно решать. Но происшествие показало, что требуется ускорить темпы работы в этом направлении. Не все было сделано как положено. И, как говорится, прогноз оказался не на должном уровне. Нужно было, конечно, предугадывать, что возможен взрыв данного склада. И нам повезло, что там не находились армейские боеприпасы. Они были, насколько меня информировали, вывезены с этого склада, но в большом количестве тротил очень опасен. Тротил, как вам известно, обладает мощной ударной волной, и если бы весь склад загорелся бы, то, я не знаю, последствия были бы очень тяжелы.